В Доме культуры станицы Сиверской прошел сход граждан. Глава поселения Григорий Шакун отчитался о итогах работы за первое полугодие 2022 года. Провели ямочный ремонт асфальтовых дорог, отсыпку и грейдирование гравийных. Расчищено русло реки Убин и ливневые кюветы. Ведутся работы по замене изношенного водопровода. Продолжается благоустройство территории «Островок». Готовятся документы на вступление в ряд программ. После отчета главы поселения у жителей появилась возможность задать волнующие вопросы. Прежде всего, сам хотел бы вам задать вопрос. Слышал, что в экспертизе три скважины артезианские. Скажите, когда они пройдут экспертизу и когда планируется вступление в программу? По одной из этих трех скважин был уже подписан договор на оплату. Ждем положительное заключение экспертизы. Собравшихся интересовало качество электроснабжения, ремонт дорог, благоустройство и предотвращение возможных подтоплений. Благодаря Андрею Владимировичу, на самом деле, нам на прошлой неделе были уже выделены денежные средства в размере 13,5 миллионов рублей на мероприятия как по предотвращению таких подтоплений. Значит, у нас в станице Сиверской ряд зон, которые особо пострадали от зимнего наводнения, мы их знаем. Обеспечение теплом и горячей водой – еще один наболевший вопрос, ведь отопительный сезон не за горами. В него район зайдет с новым концессионером. Нам ничего не осталось, как пойти на очень тяжелую меру расторгать концессионное соглашение. Это был очень ответственный шаг, потому что мы в зиму сейчас будем ходить с новыми эксплуатантами. Мы решились на это, лишь понимая, что с этим эксплуатантом мы нормально работать не сможем. Я думаю, что с новыми эксплуатантами хотя бы будет все понятно, и мы сможем на них влиять. На все вопросы жители получили подробные пояснения. Часть из них уже находится в работе, некоторые взяты на контроль районной и местной администрациями.